хочешь прийти поиграть? Сегодня отличный день. Микки ждет. Здесь столько интересного для тебя и меня. И не забывай, что у песика Микки есть новое место для игр. Песик Микки каждый день находит новых друзей. Песик Микки ждет тебя в гости, чтобы спеть с тобой песню. Приезжай к нам на ферму. Микки. Привет, Микки. Привет, Микки. Привет, все. Ферма Микки. Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! У вас когда-нибудь была простуда? Не очень-то это весело. Меган простудилась, у нее насморк. Меган мой самый лучший друг. Я стараюсь быть с ней, когда она болеет. Стакан апельсинового сока всегда улучшает ей настроение. Почему бы нам не поискать апельсинов, чтобы сделать сок для Меган? Апельсины растут на деревьях. Надо пойти в лес и посмотреть, есть ли там апельсиновые деревья. Бежим! Привет, Микки! Здесь много деревьев. Надеюсь, одно из них будет апельсиновым. Вы видите апельсины? Я нет. Я вижу только листья. Может, я смогу найти апельсины по запаху? У собак отличный нюх. Пока я ничего апельсинового не чую. Но я чую. Посмотрите на дерево. Что там такое липкое? Что это? Фу, похоже на нос Меган во время насморка. О нет, а если это дерево тоже болеет, как Меган? Как мне ему помочь? Оно не пьет апельсиновый сок. И носовой платок не поможет. Бедное дерево. Микки! Это Меган. Возможно, она поможет мне вылечить дерево. И может, Гай и Фиона смогут помочь? Ой-ой-ой. Микки опять совсем запутался. А ты знаешь, что там такое липкое на дереве? Думаешь, дерево заболело? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, уже возвращается домой. И если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Гай! Привет, Меган! Привет, Микки! Как здоровье, Меган? Уже лучше, Микки, но насморк еще не прошел. А где Фиона? Она спит у себя в домике. Она приболела. Думаю, это я ее заразила. Гой, ты тоже заболеешь? О, это вряд ли, Микки. Надеюсь, мои вкусные овощи сделают меня здоровым. Что ты делал сегодня, Микки? Я искал апельсиновые деревья, чтобы потом сделать сок из апельсинов для тебя. Ух ты, Микки, спасибо. Но на нашей ферме нет апельсиновых деревьев. Вот почему я не нашел их по запаху. Вот бы морковь росла на деревьях. Ее было бы намного легче искать.
Но я видел одно дерево. Оно, кажется, простудилось. Простуда у дерева? Почему ты так подумал, Микки? По его стволу текло что-то липкое. И это было похоже на твой нос, Марк. Серьезно? Сопли у дерева! Ах! Простите. Привет, Микки. Привет, Фиона. Как здоровье? Уже лучше? Но у меня все еще насморк, как у дерева. Может, дереву нужен носовой платок? Кажется, именно так борются с насморком. Раньше я никогда не видела деревья с насморком. Тогда что же липкое было на нем? Это жвачка. Жвачка, конечно, липкая, Фиона. Но я не думаю, что деревьям она нравится. Конечно, ведь у них нет рта. Забудьте. Может, моя книга сможет нам помочь. Всем привет, я Мейбл, и я клён. Привет, Мейбл, я Микки. Ты заболела? Вовсе нет, я здорова. Такой чудесный денёк. Ах, да. Возможно, Мейбл вспотела. Мейбл, кажется, ты слишком много стоишь на солнце. Вы говорите об этом? Это не пот, это древесный сок. Сок? Да, сок. Многие деревья выделяют сок на стволах. Иногда люди даже пьют кленовый сок. Пьют? Но он такой липкий. Кажется, его трудно пить. Пожалуй, я лучше поем своих овощей. А вы любите кленовый сироп? Ням-ням! Я очень люблю Мейбл. Кленовый сироп делают как раз из сока клёна. Ну что, похож кленовый сироп, Мейбл? Он тягучий, сладкий. Сладкий, как я. Минуточку. Кажется, я видел кленовый сироп. Ты кладешь его на блинчики, Меган. Да, Микки. Блинчики с кленовым сиропом – очень вкусное угощение. Кажется, вам очень повезло. Сюда идет фермер. Он соберет кленовый сок и сделает из него кленовый сироп. И еще увидимся. Пока, Мейбл. Я рад, что ты здорова. Я тоже, Микки. Спасибо. До встречи. Ух ты! Я не знал, что кленовый сироп собирают с деревьев. Хотел бы я опустить морковку в кленовый сироп. Морковь и сироп? Да, морковь хороша всегда. А я хочу блинчиков. Ням-ням. К тебе вернулся аппетит, Фиона. Я рад, что тебе лучше, Фиона. Спасибо, Микки. Хотите помочь фермеру собрать древесный сок? Поможем ему сделать кленовый сироп? Да! Отличная идея. Уверен, фермер оценит нашу помощь. Я тоже так думаю, Микки. Меган, Фиона, Гай, я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо! Вы знали, что кленовый сироп собирают с деревьев? Вы знали, что кленовый сироп собирают с деревьев? Он очень вкусный. Он сладкий и липкий. Вы знали, что кленовый сироп собирают с деревьев? Вы знали, что кленовый сироп собирают с деревьев? Его делают из сока. Вы это знали? Он сладкий и липкий. Его собирают с дерева. Он очень вкусный.
Он сладкий и липкий. Его собирают с дерева. Хорошо, что я не принес дереву носовой платок и не стал убирать с него сок. Теперь я знаю, что из него делают кленовый сироп. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи! Программа подготовлена к эфиру по заказу студии U7.